Приветствую, сероголовное братство. Сегодня я хочу поговорить о прикормках рыболовных на базе рыболовной муки. Раньше, когда еще не было этих прикормок в продаже, я, в принципе, брал котячий корм, перекручивал его, перемелал и добавлял в такую прикормку. Вот. А потом со временем я нашел в магазине вот такого плана прикормочка. Вот. Весом она 500 грамм. Вот. Вот с таким замочком. Если видно. Этот замочек он неспроста сделан. То есть, если вы прикормку, надо ее делать маленькими порциями. Типа вот, сколько вам нужно. С водой смешали и сразу забросили. Остальное в сухом виде снова сохранится. Вот. Давно я купил и вот по чуть-чуть добавлял в простую прикормку, так сказать, размешивал. Отличить его от другой прикормки вы можете просто по запаху. Открываете пакет и... Ой, ни с чем не перепутаете. Короче, запах сушеной рыбы. То есть, я так понимаю, что это просто из отходов там рыбной промышленности вот их изготавливают. Вот. Замочек для чего? Чтобы она не выветрилась. Если вы все сразу сделаете, эту прикормку, вот, буквально через 15 минут она потеряет весь свой запах. Не знаю, с чем это связано. В принципе, может быть, тут химия вместо рыбной муки. А может, она такие свойства имеет. Но, где ее применять? Ну, вот, мое личное мнение, это надо просто в таких заиленных водоемах, где, вот если кормушку вынимаете, да, вот ее понюхать, и она там воняет чертом. Вот, вот там вот эта рыбная мука будет работать. На чистых водоемах она работает, но смысла большого нет. В чем прикол? Вот этой, она очень дорогая. То есть вот за этот пакетик 500 грамм я когда-то заплатил $10, и сами понимаете, что... как бы не экономично. Вот. И я ее потихонечку растягивал, уже тут чуть-чуть осталось буквально. Но где-то на днях брат мне принес настоящие рыбные муки. Я когда-то в видео рассказывал, что я не мог ее достать. Так вот, какой-то подписчик вот, передал другому парню, а тот парень моему брату. И брат уже мне принес вот эту рыбную муку. И мне ее хватит уже надолго. То есть я тоже по чуть-чуть добавляю в прикормочки. Вот, и как бы надолго растягиваю удовольствие. Вот. В принципе, как она работает, то ну, люди, которые дома держат кошек, то, в принципе, говорят, что этот кошачий корм, если там раз покормить кошку, то она уже больше, в принципе, и не хочет другого корма кушать. Вот. Мечта всех рыбных, этих рыболовных производителей сделать такой корм, чтобы рыба раз попробовавши, вот, в принципе, другого больше и не хотела. Ну и все рыбаки, в принципе, были бы счастливы. Но не так все получается. Сказать, что больших там успехов я достигну, ну, когда она клюет на такую гороху, настырку или там семечки, то и это срабатывает. Но, говорю, вот мое личное мнение, это зависит от водоема. Вот заиленные, вонючие такие термоядерные водоемы, если рыба оттуда не ушла, в принципе, ну это как ближе к карасю, допустим, там линю, вот там можно ее использовать. А на таких чистеньких водоемах, где рыба держится, все, не знаю, может даже испугнуть ее. Хотя я говорю, что у меня срабатывали вот такие прикормки, как гороховая бастырка, там семечки, лен, вот где-то так вяленько поклевывалось, то вот эту штуку добавлял, когда вот, клев как бы усиливался. Но это такое, рыба могла подойти, могла там отойти, ну и как-то в этом. Вот в принципе, что я хотел вам рассказать. Так что берите на вооружение. А! Где я достал, то есть этот парень, я, в принципе, когда-то заикнулся, и какая-то женщина-подписчица, тоже там увлеченная рыбалкой, написала, что нема проблем, в этих аптеках ветеринарных, вот, его там где-то продают, видно, оно как или витамины, или там для аппетита, вот они добавляют вот этим животным. Так оно и случилось, вот этот парень, который
ну, что я рассказывал, передал мне это сокровище, вот, он разводит этих свиней. Вот там какие-то кабанов там сперму продает, ну, короче, там предприниматель. Вот. И вот, вот эту штуку он покупает именно там для аппетита или там для витаминов. Вот этим поросятам, они ее там очень любят. Так что, если будете искать, вот вам направление, где можете взять рыбью муку. Так. Я тогда заявил, что, в принципе, у нас нет в Украине, есть она. То есть, мне даже в голову не пришло, что там свинки ее полюбляют. Очень. Ну, вот так-то, ребята. Удачи вам на рыбалке. Пробуйте, экспериментируйте, и удача вам повернется лицом. Все, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Удачи вам! По скриптум, ребята, все-таки я не выдержал. Все-таки выбежал в магазин, вот этот, ветеринарная аптека, и купил все-таки эту прикормку, продается она, то есть все намного проще оказалось, чем я думал. Два производителя ее выпускает, и в таких же упаковках, килограммовая упаковка, еще полкилограммовая, и, ну, я взял килограммовую, вот это мне хватит ее на долгие эксперименты. То есть я уже экономить не буду, ее разбавлю там в 4 или 5 раз, и получится очень много прикормки. Еще там у девушки спросил, короче, что у них там есть такого вонючего термоядерного, говорит, ну там одна такая есть штука, ну, говорит, трупом каким-то пахнет, такой запах, что просто с ног сшибает. Ну, я возьму на вооружение, потом со временем куплю и посмотрю, что с этого получится. Так что, ребята, экспериментируйте. Удачи вам на рыбалке, подписывайтесь на канал. Удачи!